Привет! Сегодня у нас 3 августа. Я хочу показать вам то место, где у нас была зла. Папа все вычистил. Тут у нас все поубирался вчера. Вот, видите, уже злы нет. Все вытаскал. Туда дорогу сравнял. Сейчас надо посмотреть, как там это все улеглось. Теперь злы тут нету у нас. Огород показывать не буду, там травы больше, чем растений культурных. Дожди у нас, дожди были весь июль. Да и полоть некогда было. В общем, там, конечно, и помидоры есть, и картошка есть, но все в траве. Вот так, трава выше, чем культурные растения. Поэтому, дабы меня не затроллили. Вот тут раз я же вам показывала, тут вишни, цветы были. Вот могу показать, все заросло. Это надо все убирать, косить. Постоянно одна и та же монотонную работу нужно выполнять, чтобы более-менее держалось все в культурном виде. Вот наша фея более-менее привыкла уже быть на привязи. Вот она также зацеплена за столб. Правда, что-то папа ей сильно длинный оставил. Веревку длинную. Да, фейк. Я видела, что и вчера паслась, сегодня немножко паслась. И теперь цепь он ей оставляет на ночь. Ну, просто вот карабин. Вот тут карабин у нее. Вот этот карабин отстегивает. А цепь оставляет на ночь, чтобы она привыкала, что у нее что-то есть на шее, чтобы она не нервничала. Вот. И по мере роста шеи коровы он добавит звенья. И будет чики-чики, да, фея? Сейчас покажу, что там, как дорога теперь выглядит, которую он засыпал. Фея, отойди-ка. Так теперь выглядит наша дорога, которую папа засыпал. Как видите, теперь нету уже ямы. Теперь уже можно спокойно ехать. Можно теперь следующий год дальше засыпать. Не знаю, ну, конечно, раскисает под дождем. Но все же уже нету такой ямы, нету лужи. И меньше и раскиснет оно. Да, зайчик мой? Нет, сиди тут. Делаю тут деревенскую вкусняшку. Вот сметанку мама нам передала. А еще много сахара. Она такая густая, что ее одной ложкой не размажешь. Одной рукой, вернее. Сейчас размажу и потом посыплю сахаром. Громко попросил. А еще дашь лепестку. Так, вот теперь мне тут чуть-чуть сахара. Насыпаю на хлеб и не смотрю. Сейчас Ромка будет. На тебе сэндвич. Хочу вам показать. Мы когда сеяли, думали, что мы сеем тыкву для феи. А в итоге у нас получилось, что это патиссоны, оказывается, зашли. Просто мы сами не знали. Семена лежали и давно. Еще дед мой где-то и достал. Но у него в огороде никогда патиссоны не росли. И я так и подумала, что это тыквы. А дед уже 4 года назад как умер. Видимо, он где-то достал эти семена, но не успел посеять. А мы посеяли, у нас вышло, что это не тыква, а патиссон. Ну ладно, мы же будем теперь есть патиссоны. Значит, фейка без тыков у нас в этом году. Вот такой вот у нас патиссон. Это не тыква, а патиссон, сына, выросла. А что это такое? Ну, это такое можно есть тоже. Или солить, как огурец можно. Есть так?
Нет, так нельзя есть. Его надо или жарить, или что-то делать с ним. Сейчас бабе отнесем первый патиссон. Угостим. Все-все, там больше не ладно. Вот богомол сидит какой грозный. А я думал, что это щипик. А что он делает? Траву всякую ест. Просто он может укусить, наверное. Он такой страшный. Как страшно? Такие лапы у него там. Острые. Угу. Ты даже потрогал их? Нет, я его не трогал. Я боялся, что он не укусит.